Он молод, гвардии капитан Владимир Кучеренко, которому сейчас вручаются орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Как много вмещают в себя лаконичные слова указа о награждении за мужество и героизм, проявленные при выполнении задания по оказанию интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан. Вот такими же, как Кучеренко, были во время Великой Отечественной и летчики авиаполка, в котором он ныне служит. Молодыми, смелыми, верными присяге своему воинскому долгу. Всего за годы войны этого звания были удостоены 13 однополчан Владимира Кучеренко. Он стал 14-м. Пока дочери Наташа и Оленька знают только, что их папа летает на вертолете, и что в далекой отсюда стране он защищал от врагов таких же, как они, девчонок и мальчишек. Зато товарищам по части хорошо известно, как управляет винтокрылой машиной пилот первого класса Кучеренко. Какова она? Нелегкая боевая работа вертолетчиков в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Это награда и моему экипажу, который вместе со мной выполнял боевые задачи. Командиру моих, которые передавали свой опыт. Работа, конечно, там довольно тяжелая. Порой даже опасная бывает. Но я и мои товарищи все понимаем, что это нужное дело для народа Афганистана.